дорогие мои. Я, наверное, последний бьюти-блогер, который снимает обзор на ретроградного Меркурия от Huda Beauty. Это не совсем, наверное, обзор, хотя я в начале ролика показала и пролеты свотча, и сейчас будет какой-то простой, доступный моим возможностям макияж. Я хочу выступить адвокатом этой палетки. Если честно, это будет, в принципе, первое впечатление. Но даже по обзорам других блогеров, я, откровенно говоря, не поняла вообще никаких претензий в сторону этой палетки. Huda Beauty выпустила эту палетку в конце 2019 года. И примерно тогда же я ее и купила. Но так как я еще была очень занята на работе, я не могла даже для Инстаграма свотч снять для девочек, что, конечно, очень стыдно, но это правда так. У меня будет серия роликов про палетки 2019-2020 года. Естественно, обзоры на них уже все есть. Даже какие-то палетки я прихвачу и раньше. И даже что-то, и какие-то лимитированные издания, на которых, кстати, нет обзоров практически вообще. Но я покажу их, наверное, в каком-то, может быть, в другом формате. Но тем не менее. А, собственно, почему же ретроградный Меркурий вызвал у меня такую потребность защитить палетку, причем которой я даже еще не пользовалась? Я уже в каком-то видео говорила, что, по-моему, о тенях Наташи Виноны, визажисты, которые разрабатывают для нас палитры, которые делают для нас тени, они закладывают туда изначальный такой профессиональный подход. Им в голову не может прийти, что человек захочет наносить, грубо говоря, шиммеры без вообще всякой подложки. Если честно, то есть я в своей практике, когда я делаю насыщенный макияж с большим количеством акцентов, мне даже в голову не приходит использовать даже кремовые текстуры без подложки. Разумеется, есть ряд теней, которые не особенно этого требуют. Вот в частности, к теням Джеффри Стар в этом плане подход очень легкий. Huda, прямо как и Denona, как и Pat McGrath, я предполагаю, что все их палетки требуют специального инструментария. Вы купили палетку Huda Beauty, вы действительно вложились. Она в России стоит недешево. Конечный потребитель палеток Huda, Джеффри, Denona, McGrath, Becky, наверное, Kat Von D, им просто в голову не приходит, что их конечный потребитель, который откуда-то про эти бренды узнал, не знает, как они наносятся. И если человек вот просто пришел в Sephora, да, то есть он крайне далек от косметического мира, открывает эту палетку и более чем уверен, что текстура теней, в частности, глиттерная, то есть я не... А другие тени я не знаю, там, какие вообще могут быть вопросы, они, я уверена, тушуются и без базы, и без... То есть палетка невероятной космической красоты. Мне очень нравится название «Ретроградный мир». Я считаю, что это название для людей таких вот мистерийно настроенных, таких, может быть, немножечко меланхоличных. И эта палетка ни на что не похожа. Ряд оттенков мне напоминает Carly Bible, но Carly Bible вышла позже у Анастасии Беверли Хиллз. Очень-очень красивая палетка. На свотчах я вам показывала, я там сделала дополнительную запись текстовую, что все были оттенки нанесены в один слой, без всякой подложки, без всего, на сухую кожу. Единственное исключение составил вот этот оттенок. Я его нанесла, то что я его нанесла на царапины свои, и получилось не очень, пришлось чуть-чуть наслоить. И вот этот оттенок, потому что это не оттенок, это такая азиатская тема,
Это такие в блесточки, в такой глицериновой силиконистой базе, мультицветной блеск, который я совершенно точно знаю, что я буду использовать очень часто. И у меня просто, для меня-то, я знаю, что у меня никаких проблем с этой палеткой не будет, как и с любой другой. У меня не бывает проблем с косметикой. Единственный момент, который я все время не знаю, как озвучить на канале, я крайне редко использую бюджетную косметику, ну, потому что с момента того, как я начала зарабатывать, я стала стремиться к дорогой косметике. У меня с детства был огромный к этому интерес, и меня вот бюджетная тема, она не очень интересовала в принципе, потому что мне нравился дизайн у дорогой косметики. Я понимаю прекрасно, что я плачу за упаковку. Насчет бренда не знаю, я плохо себе представляю, кто такая Huda Beauty. В смысле, это не совсем верно, конечно, сейчас я уже прекрасно знаю историю этой девушки, историю семьи этой девушки, и считаю, что она крута. Но поначалу-то я даже не интересовалась худо и худо. То есть, как бы для меня это просто было название бренда хороших качественных теней. У меня несколько ее палеток, ни с одной у меня из них не возникало никаких трудностей. Я уверена, что у меня опять начнется в голове давка из любимых палеток, потому что когда я начала эту палетку свочить, у меня возник исключительное вот ощущение такой вот восторженности, вот такой вот детской радости, когда ребенку дали фломастеры новых цветов. Я вот по дочери сужу, да, то есть если принести ей необычную гамму красок, она у меня просто учится на художника, или там вот что-то такое, там фломастеры какие-то необычные, которые могут рисовать разными способами или цветами. То есть мне в руки дали новый инструмент. Но, к сожалению, я, наверное, сейчас не буду делать такой макияж, который я бы хотела. Я не могу в данном случае считерить, потому что я хочу сделать макияж из тех оттенков, которые называют самыми проблемными. Во всяком случае, я слышала точно вот про эти два оттенка. Особенно сильно достается Вортексу. Глиттеры, опять же, у всех что-то там осыпаются. И мне очень хочется задействовать вот этот оттенок. Он какой-то такой, вы знаете, то есть для многих он просто почему-то лишний. Я считаю, что это гвоздь программы, несмотря на все роскошные шиммеры. Я считаю, что это просто гвоздь программы, у меня такого оттенка нет, не было и вряд ли будет. Вот этот оттенок Тиффани, как бы мне хотелось, не знаю, украшение с таким вот чистым цветом, да, то есть просто или, ну, что-то аксессуар, то есть, ну, хорошо, у меня уже вот есть этот тень, и этого достаточно. Поэтому я использую все сложные оттенки, в основном претензии были вот еще тоже вот к этим блесточкам. К осыпающимся шиммерам я что-нибудь выберу, просто, ну, я нанесу это правильно, понимаете? Обычно я показываю просто на базу, да, на голый глаз плюс база. В данном случае я буду следовать логике человека, который палетку создал. Шиммеры на соответствующую базу, то есть каткризы я делать не буду, но здесь есть оттенки, которые прям напрашиваются и так далее. То есть, ну а матовые оттенки, тут уж даже самые серьезные критикующие блогеры признали, что они равны абсолютно всем матовым оттенкам в других палетках Huda Beauty. Ну что же, я приступаю к своему макияжу. Ну, давайте посмотрим, что у меня получится.
Если честно, я просто в шоке от этой палитки, и мне придется забрать некоторые свои слова из начала этого ролика обратно. Я теперь не считаю, что эта палитка требует каких-то особых приспособлений для того, чтобы создать макияж. Ну, база под тень, я считаю, для тех, у кого веки к этому располагают, нужна всем. Я не уверена в том, что 98% оттенков отсюда, может быть, исключая, ну, парочки, которые я еще не попробовала, какие-нибудь глиттеры, требуют даже клея. Почему я так говорю? Я думала сделать акцент оттенком Меркурий и по первому вот, ну, вот сводчу я была уверена, что это как раз тот самый топер. Но оттенок Меркурий это максимально плотный, насыщенный цвет, который и на просто базу дал максимальную насыщенность. А на клей для глиттера это уже был не акцент, это уже, скажем так, доминирующий цвет вообще всего макияжа, к чему лично я готова не была. То есть, в принципе, используя этот оттенок, мне требовало дотянуть этот макияж до уже состояния павлиньего пера. Это, конечно, можно было устроить, но я решила именно остановиться на варианте не самом, может быть, удачном, но зато очень показательном. Абсолютно все оттенки очень пигментированы. Вортекс, на который все так ругались, это моя новая любовь. Его... Это максимально неплешивый, идеальный, затемняющий лично для меня оттенок. Если вот, человек, который не часто пользуется черными затемняющими оттенками, не то, что он не сыпется, не то, что он не плешивит, он выводит макияж на совершенно новый уровень для меня. Я также использовала оттенок, который тоже не самый популярный, Hot Mess, для выстроения формы. И я еще подумала, что ну вот сейчас опять как с карме получится что-то розовое. И мне это ну, не хотелось, потому что я хотела сделать все-таки вот на этот оттенок акцент. Но у меня не получилось из-за Меркурия. В итоге я все выстраивала вокруг оттенка, ну вот с того момента, как я нанесла, у меня получился такой не до Hello Eye. И так получилось, что весь мой макияж, весь тон макияжа задал акцент. То есть, и мне уже остальной макияж пришлось выравнивать, как вы видели в последующих шагах, уже под него. Опять же, для меня это все равно не проблемная палетка. Я считаю, что большинство блогеров просто ввело в заблуждение огромное количество людей в том, что эта палетка какая-то сложная и неносибельная. Но там у всех разные были мнения. Кому-то она казалась скучной, кому-то она казалась плохо пигментированные, там у кого-то шиммеры сыпались, у кого-то все сыпалось, у кого-то там, кому-то в принципе все понравилось, но не понравился ворта, кому-то все понравилось, но не понравился вот этот оттенок, его посчитали лишним и так далее. У меня, если честно, у меня просто такой вот косметический и эстетический шок по одной простой причине. Я не была готова к тому, что здесь настолько пигментированные оттенки. Это же не пигменты. То есть я, если честно, просто потрясена. И я не знаю, что я одна такая вот на всем белом свете, кому понравилось абсолютно все, и я не вижу вообще никаких сложностей в работе с этой палеткой. Я просто не знаю. Но для меня действительно здесь единственное, что, ну я, да, но даже если бы я попробовала, я точно знаю, что я справилась, потому что, грубо говоря, те же глиттеры я наносила бы на клей для глиттера. Рекомендую ли я покупки начинающим любителям однозначно да. То есть я и просто, ну, пусть у вас будет база под тени и несколько разных кистей. Если вы купите клей для глиттеров, будет совсем хорошо. Если не купите, думаю, что на базу под тени дополнительно нанесенную,
Тоже все это великолепно сядет. Роскошная палетка, она зашкаливает своей креативностью, она зашкаливает своими возможностями. Мой макияж не самый показательный, потому что я совершенно не думала. То есть я думала, что у меня поверх вот оттенка, который я называю оттенок Тиффани, ну его все так называют, оттенка Haze, будет просто лишь какое-то легкое мерцание. Но, вероятно, надо было нанести вот этот оттенок. Сейчас мы так и поступим, просто чуть-чуть. Как такие оттенки обычно наносят. Ну, это да, это маленькие, как микрозвездочки, что ли, такими. Здесь я их нанесу над брови. Вот, наверное, для того, чтобы эффект шиммера у меня сложился на оттенке Haze. Требовалось добавить вот такого оттенка, ну или, возможно, хотя у меня есть ощущение, что это такого же уровня оттенки, как Меркурий. В общем, 10 из 10 проблем с этой палеткой я не вижу. Очень, очень коротко скажу. Я не профессиональный визажист, но косметикой я увлекаюсь с детства. Я не идеально наношу макияж, но я наношу его так, как мне нравится. В моем арсенале нет косметики, которая мне не нравится, и практически не бывает. То есть у меня есть вот этот эффект противоречия. То есть если начинают ругать продукт, средства от бренда, которому я заведомо доверяю, мне хочется в этом убедиться самой. И лишь один раз... 14 лет назад у меня была ситуация, когда все вокруг были правы. Это касалось дела одной туши бренда Елена Рубинштейн, которая оказалась действительно очень плохой. Об этом говорили абсолютно все, потому что все привыкли к очень высокому качеству туши Елены Рубинштейн. Но на тот момент она выпустила действительно не просто посредственно, а очень плохую тушь. И я тоже не поверила, потому что я всю жизнь, ну, все очень долгое время до момента снятия всех моих любимых тушей Елены Рубинштейн с продажи покупала тушь только у нее. И вот на той туши я так, в общем-то, и остановилась. То есть больше я туши Елены Рубинштейн не покупала. У меня появились новые фавориты, но те туши, которые уже сняты с производства, я забыть не могу. Вот был единственный случай, когда все вокруг просто кричали: «Марианна, не бери, мы знаем, что ты любишь Елену Рубинштейн, не покупай, это очень плохая тушь она». И это действительно была плохая тушь. Я специально не называю название. Вдруг найдется такой же человек, как я, который любит эту тушь всей душой и всю жизнь с момента ее выхода. Вот. А я у него грустные, неприятные эмоции вызову. Да? То есть... Поэтому что я могу сказать? В макияже мне особенно хвастаться нечем, потому что это как бы недоработанный павлиний глаз в чистом виде. Но все проблемные оттенки, которые были заявлены другими блогерами, для меня являются просто шикарными. Шиммеры здесь для меня полноценные цвета, за исключением вот... ну как им, правда, тоже можно сделать полноценный макияж вот этими блесточками. Бледный белый цвет, это мириады звездочек. Я не знаю просто, как показать лучше при дневном свете. Опять у меня сегодня свет солнца через облака. Они великолепно нанесутся вообще без базы, без всего вообще. То есть они беспроблемные. Вот это я сейчас назову их. Супермун и Gold Bleach. Да, пожалуй, это вообще самая беспроблемная палетка, которую я держала за последнее время, несмотря на то, что у меня, ну, я считаю, что... Ну да, я вот не добралась до Pat McGrath, потому что она не представлена в России, у нас нет официальных поставщиков. А все остальное то я пробовала, и у меня ни с чем нет проблем. Но вот это просто я еще аккуратничала, и, понимаете, вот, то есть с этими блестками, то есть, ну, это... это вот бесконечные жалобы, что у кого-то что-то сыпется. Я здесь вам потом, потому что этот ролик выйдет не в тот же день, как я его запишу, я вставлю прямо вот где-нибудь у меня вот выплывет окошечко,
Я напишу, сколько у меня продержался макияж, были ли у меня осыпания, для кого-то это важно. У меня бывает действительно, что ты наносишь макияж, и вначале он хорош, а через какое-то время он либо цвета смешиваются между собой, все остается на месте, но цвета как бы потихонечку между собой смешиваются, превращаются в какой-то единый, возможно, очень красивый оттенок, либо действительно у кого-то что-то сыпется. У меня чаще всего проблема с осыпанием, это проблема туши, но не теней. Тем не менее, если это будет, я вот здесь вот будет дополнительное окно. Рекомендую ли к покупке всем креативным, начинающим, кому угодно? Однозначно, да. Я приношу свои извинения за то, что мой макияж, возможно, недостаточно продуман из-за того, что я не учла и не знала текстуры тех оттенков, которые здесь называют шиммерами. Но вот это называется эффект первого впечатления. Я очень сильно впечатлена. Надеюсь, и вас развлекла тоже. До свидания, мои хорошие.